здесь вы работаете? Да. Что, покажете? Идем, что? Пойдем. Это мебельная фабрика, мы снова делаем видео для вас. Всем привет, друзья! Сегодня мы находимся снова на польском предприятии. Это польская фабрика, мебельная фабрика, одна из крупных в этом городе, с ребятами, которые приехали из Узбекистана, из Ташкента. Ребят, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Бахром. Меня зовут Чухрат. Сколько по времени вы здесь находитесь? Здесь уже 3 месяца уже пришел. А, 3 месяца. Как вам вообще общее впечатление об этом предприятии? Уже нормально, все нормально у нас. Сколько зарабатываете? 1200 евро сейчас. 1200 евро – это цена брута, минус налоги, остается где-то 860-870 евро. Сначала еще обещал, и побольше будет. То есть будет зарплата больше. А что конкретно вы делаете на этом предприятии? Здесь мы основной грузчиками отрезаем, поможем пока. То есть разнорабочие? Разнорабочие. Понятно. Откуда вы запрашивали визу и кто вам помогал получить? Из Ташкента, в Узбекистане. Кто помогал получить визу? Это иммигрант-консорция из совместной Польши. То есть вы взаимодействовали с российской компанией и с польской компанией? Да. Да, то есть помогали ребята из Migrant Consulting получить визу, подготовить воеводское приглашение, это с польской стороны, и подать на польскую визу. Вот, единственное, что вы ждали, я знаю, там 3 или 4 месяца визу. То есть там очередь была в Ташкенте, да? Да, очередь нормальная, но не больше, 3 месяца. Я понял, то есть в принципе столько и обещали, да? Да. Как вам вообще на предприятии, не обижают? Не, нормально, как и себе. Ребята, кстати, не хотели сниматься, я очень пришлось попросить, да, ни в какую. Ну, как-то неудобно было раньше. Да, я понял. Что хотели бы передать вашим землякам, ребятам, которые планируют? Всем привет передаем, все в Узбекистане. Ну, порекомендуете приехать сюда? Спасибо, вот. Кто свободен, кому есть профессия, приезжайте, работайте. Классно. Друзья, всем спасибо, пока. Понравилось видео? Хотите знать о переезде за границу больше? Кликните на колокольчик в правом нижнем углу.